В администрации столицы сегодня подвели итоги года. Встреча со СМИ прошла в формате «Вопрос-ответ» и транслировалась онлайн в сети. Вопросы, которые поступали, можно разделить на три категории. Строительство, благоустройство городских территорий и транспортная реформа. Очень волнует горожан вопрос с долгостроями. Буквально вчера в сети появилась информация, что ООО «Лидер», застройщик микрорайонов Кувшинка и Гагарин, может быть признан банкротом. Мы заинтересованы в завершении строительства всех домов. И, конечно, не должно быть на территории города ни обманутых дочков, ни компаний-застройщиков-банкротов. По компании «Лидер» мы вместе должны работать над тем, чтобы она не разорилась и довела дело до конца. Еще одна претензия проектировщикам и застройщикам – нехватка парковочных мест. По словам Алексея Ладыкова, улучшить ситуацию может строительство жилых домов с подземной парковкой. В городе по-прежнему обсуждают и транспортную реформу. Несмотря на то, что основная часть мероприятий уже выполнена, вопросов все еще много. Когда мы начинали реформу, многие предприниматели городские говорили нам: давайте на пазики перейдем и будем ездить на пазиках. Никаких проблем не будет. Но мы считаем, что в городе Чебоксары, в крупнейшем городе, благоустроенном городе, пазики ходить не должны. Поэтому мы поставили условия на такие автобусы, которые перемещаются сейчас. Тарифообразование – ключевой момент в обеспечении перевозок. К вопросу о транспортной реформе добавилось и недавнее повышение стоимости проезда. Мера непопулярная, но оправданная. Если бы не были подняты тарифы, а в контракте с перевозчиками у нас прописана возможность регулировать стоимость проезда, если бы не были тарифы, если бы мы не смогли тариф поднять, то критическая ситуация была бы и у троллейбусного управления, и у перевозчиков на автобусах. Благоустройство городской территории – еще один волнующий чебоксарцев вопрос. Нехватка парков и скверов, детские площадки, ремонт проездов – все это и многое другое призван решить недавно принятый указ главы республики о дополнительных мерах по благоустройству. В нем нашли отражение как городские, так и сельские общественные территории. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.